Поехали. Ребята, всем привет еще раз. Привет, привет. Привет, привет. Смотрите, ребята, сегодня... Это у кого-то колонки включены, да? Ребятки, подключайте микрофоны. Будем эхо слушать. Так, вроде нормализовалось, да? Так, ребята, ну, для чего мы здесь собрались, я думаю, вы все поняли. Как бы в свете последних событий понятно, что все хотят именно зарабатывать, большинство из вас, именно на проектах, которые дают там хорошие перспективы, имеют пассивный доход и, ну, реально, которые, как бы, на которых можно заработать очень хорошие деньги, ну, не те копейки, которые там сейчас все эти хайпы предлагают и... Естественно, дополнительно, чтобы к активному способу заработка был еще и пассивный. И плюс, в идеале, этот проект должен дать нам возможность заработать и иксы сделать на том же проекте, и плюс дать возможность даже тем людям, которые не приглашают, зарабатывать нормальные деньги. И за счет роста монеты здесь это происходит в данном проекте, и плюс за счет пассивного дохода, который ежемесячно капает. Так, ребята, давайте я просто, чтобы в дальнейшем буду рассказывать более подробнее, сейчас расскажу просто в двух словах такую предысторию. Кто может знает, в прошлом году еще был проект SpaceBot, и это был первый проект, который как бы я зашел и заработал там буквально за, по-моему, 3 или 2,5 месяца. Я довел свой пассивный доход в нем. Это был первый проект там, с пассивным доходом моим, где я зарабатывать стал в месяц именно на пассиве больше $3000. При том, что я входил туда там, на несколько сотен долларов, особо никого туда не приглашал, но проект настолько зашел, что именно на нем я заработал, наверное, самый большой свой пассивный доход. И все помнят, там этот проект был на монете Призм, там кто-то там не успел зайти, там курс очень начал прыгать. Но те, кто именно зашли в самом начале в эту монету, в этот проект, заработали там очень хорошие деньги. Если бы я еще раньше зашел, у меня там знакомые, там пару блогеров были, они там хорошо прокачали этот проект, и ребята купили там в Краснодарском крае хорошие себе дома, там машины, и там живут там на доход уже так очень хорошо. Но, в принципе, как бы это все помнят, что с монетой Призм сейчас произошло, она так как бы там падает, там все такое, не лучшее время. Но, смотрите, на данный момент запускается проект вообще на самом старте, то есть на самом старте он буквально там еще даже, он еще не запустился, регистрации уже начались, но монеты еще даже не продаются, и все только впереди у этого проекта. Проект сделан по тому же принципу, но добавленный, тут тоже есть пассивный доход, очень хороший доход именно для активных, для, вы сами видите, первый уровень там 15%, там второй 10, 7, 5, 7, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Так, опять у кого-то выключаем звук. И здесь активный очень хороший заработок, плюс для тех, кто любит на пассиве, здесь тоже очень хороший, там, до 30% в месяц можно зарабатывать именно просто на пассиве, именно на делегировании данной монеты. Но, опять же, кто помнит SpaceBot, там была такая же возможность. Но здесь, опять же, сравним, здесь все на старте, здесь только на предстарте можно заработать. Монета продается изначально, сейчас покажу, по цене там 13 центов. В течение 6 недель она растет постоянно, и тут практически до 23, почти в два раза она возрастает за эти 6 недель. И, естественно, с этой же стоимости вы как бы будете получать доход именно пассивный. Но что здесь еще интересно? Если там в Спейсботе, там на Призме, там на других монетах не было своего продукта, здесь очень интересный продукт и очень востребованный. То есть, по сути, здесь будет такое приложение в телефоне, которое ваш телефон превратит в такую машинку для печатания денег. Тут будет несколько видов заработка, и сейчас буду рассказывать про данный заработок. То есть, опять же, смотрите, друзья, чтобы вы понимали, здесь именно технологии, которые очень востребованы на данный момент и которые будут покупаться и двигать рост данной монеты. Естественно, те, кто заходит в самом начале, получат
ну, так же, как было с призмом, так же, как было с биткоином, так же, как было там со всеми монетами. Даже тот, кто в Bitex, он видел, что там за месяц уже практически там, ну, точнее, там за два месяца там, на 40%, как только запустили биржу, монета начала расти. Здесь все только стартует, здесь только будет такой пресейл начинаться буквально там на днях. И здесь есть возможность, именно возможность заработать именно хорошие иксы, сделать там даже с минимальной суммы и затем получать уже пассивный доход. Но и это еще не самое главное. Смотрите, здесь в данное приложение, в данный проект вшита именно такая возможность, которая трендовые продукты, которые очень, ну, сейчас востребованы, все там знают, что здесь, ну, у них, во-первых, свой блокчейн, это не монета, которая там на чужом блокчейне сделана, здесь свой полностью разработанный блокчейн, здесь будет приложение, там, которое в App Store сейчас и Play Market проходит модерацию и буквально на днях выйдет. Здесь будет своя монета и дальше будут, ну, расскажу о продуктах. Смотрите, здесь будут продукты такие, как, ну, основа здесь децентрализация именно в сети. То, что сейчас востребовано, то, что все видят, какие сейчас скандалы, когда ломают звезд, когда воруют данные с разных там сервисов. И здесь все направлено на то, чтобы дать именно такие продукты, которые будут, дают возможность, например, вам в любой точке мира получать защищенный именно интернет. Никто вас не может не отследить, никто не может вас взломать, потому что вся сеть интернет будет распределена по тем телефонам, на которых будут установлено данное приложение. И те люди, у которых будут это приложение стоять, они будут получать как востребованные продукты, например, там Artery VPN, там есть хранилище децентрализованное, которое разбивает все ваши данные, и, ну, они находятся в таком блокчейне, разные там на разных телефонах. То есть, если даже взломают там какой-то из телефонов, никто не сможет ваши данные там украсть, там использовать, там взломать вас. И это, ну, востребованная, естественно, такой сервис, такая возможность, которая будет, естественно, продаваться. Вы с этого будете получать деньги или делегируя, так сказать, свое, отдавая часть там своего интернет-трафика или там свою память под эту общую сеть, или, например, продавая, приглашая людей, строя свою команду, вы будете получать с них проценты со своей сети, естественно. Дальше смотрите, по создателю данного проекта, чтобы вы понимали, почему я считаю, что данная монета очень хорошо и вырастет, и даст возможность заработать именно тем, кто будет заходить на данный момент, как, ну, в самом начале. Создатель, он довольно-таки известный там MLM-предприниматель, он один из топовых лидеров, которые, по тому же Spacebot, он там создал 50-тысячную там структуру в проекте, хорошо его прокачал, там выступал спикер, все... спикером был, выступал там на конференциях, но все знают там, что со Spacebot'ом проблема была в том, что он был на монете призм и там проблемы с монетой, потому что монете уже там, по-моему, несколько лет было, и уже там начались там проблемы там, с количеством, начали манипулировать, уже легко было манипулировать ценой, ее начали снижать там, и постепенно там цена там упала, там, вы знаете, там, сейчас до 1 рубля там, или там даже меньше, я не помню. Но не это главное. Про создателя. Человек взял, ну, как бы на свои деньги создал так, полностью. Алло, всем привет. Извините за опоздание. Всем привет, привет, Женя. Так, продолжим. Про создателя. Продолжаю. Человек, который строил 50-тысячные структуры, он, естественно, со своей командой заходит в данный проект. Естественно, они уже начали качать, начали строить. И люди очень, ну, серьезно настроены на то, чтобы прокачать данный проект. Потому что, ну, на кону его репутация, естественно, деньги, которые он вложил и в разработку, и вообще, ну, в то, что, ну, продвижение данного проекта. Так, давайте, друзья... По этой информации, которую рассказал, у вас есть какие-то вопросы? Давайте задавайте вопросы. Если
нету вопросов, то будем там по цифрам, там, по тем же там партнерским вознаграждениям рассказывать. И буду более подробно рассказывать на том, на чем здесь заработать можно. Ну, Олег, расскажи, пожалуйста, вот если, допустим, как преподнести информацию, вот какая выгода обычному человеку, допустим, который, ну, понятно, в росте монет, а еще вот предлагать, допустим, да, этот проект. Ну, смотри, монет, я понял, да, Лен. Чем заинтересовать? Вот самого обычного, вот, да? Вот я расскажу, как вот я по спейсботу, ну, почему про спейсбот, как я вышел на $3000 в месяц там пассивного дохода. Вообще практически я снял, по-моему, 2 видео и там пару раз запостил у себя в телеграм-канале. Смотрите, что здесь происходит. Ну, что это за продукт? Здесь, смотрите, на телефоне вы скачиваете приложение. Здесь есть возможность именно, здесь встроенные там сервисы, но по сути это вот именно приложение, которое... Так, у меня тут собаки сейчас, я прошу прощения. Так, прошу прощения. Так, смотрите, ну, здесь приложение, которое дает зарабатывать деньги. Именно для обычных людей, которые вообще не понимают даже в том же блокчейне, да, ну, все хотят зарабатывать деньги. По сути, это приложение, оно дает возможность зарабатывать деньги даже тем людям, которые не разбираются ни в криптовалюте, ни в блокчейне. Человек скачивает приложение, активирует там пакет, покупает, например, те монеты, если он вообще не знает даже, как там приглашать, там, как там что-то делать, он просто получает пассивный доход, он капает ему каждый день, он его там может выводить, может сразу там выводить себе, там, обменивать на карту, жить на эти деньги, там, может их реинвестировать, ределегировать, тут, ну, кто там, увеличивать свой там, депозит, может приглашать людей, но у меня, например, вот такая история была. Я там изначально, там, ко мне зашло там несколько человек там после видео, и через время мне просто начали писать люди, что они говорили. Они рассказывали, они приходят, например, общаются со своими друзьями, и ну, они просто разговаривают, там, ну, например, как там заработать. Тем более сейчас все больше людей спрашивают, как заработать в интернете. Тогда было не так это распространено, сейчас во время вот кризиса, тем более сейчас следующая волна идет, уже все знают, что там как бы опять эти все намордники вернулись там в большинстве родов, и людей там, ну, скорее всего, опять посадят по домам, и работать большинство будут искать работу в интернете. Здесь же возможность как раз рассказать о такой возможности. То есть люди рассказывали, показывали, что вот они сидят там в кафе, им приходит сообщение, там, оп, вам пришло там такая-то, столько-то монет, ну, пассивный доход на такую-то сумму там в рублях. Они сами там спрашивали, а как ты зарабатываешь, а что ты для этого делаешь? И люди, даже те, которые не зарабатывали, им проще продавать вот такой, как бы, по сути, телефон – это печатная машинка для денег. Вы купили монеты, и он вам печатает эти монеты, увеличивает, делегирует, там, депост, майнит там их. Ну, опять же, не надо там какие-то термины для людей, там, которые не понимают особо там блокчейне, там, и в интернете. Ну, просто можно показать, что вот есть приложение, в котором есть там востребованные сервисы, которые можно купить, например, там, инвестировать, купить эти монеты. Монеты, большая возможность, ну, изначально они уже как бы на пресейле растут, но еще и большая возможность того, что они вырастут в цене. Плюс, даже если они не вырастут в цене, они просто приносят там пассивный доход до 30% в месяц. Вот можно рассказывать людям. Дальше, когда они уже, ну, то, что дают людям. Дальше с приглашения, естественно, там все больше, ну, там больше проценты там получает человек. Но изначально это та возможность, которая, ну, была, например, я не знаю, даже на биткоине такого не было. На биткоине люди зарабатывали только на росте монет. Здесь можно зарабатывать на росте монет, здесь можно получать пассивный доход, на биткоине пассивного дохода не было. Здесь поэтому, как бы, ну, изначально приложение даже без тех сервисов, которые будут, ну, востребованы, потому что, ну, опять же, там, интернет защищенный, защищенное хранилище, это сейчас тренды, это, по сути, проект может вырасти до уровня того же, там, Телеграма, того же, там, уровня Павла Дурова, который борется
с тем, чтобы там децентрализация, защита от этой слежки, ну, все, многие с этим столкнулись, как бы, ну, и чем дальше будут люди в интернет приходить, тем более будет востребованный данный продукт, то есть он будет данный продукт двигать, ну, как бы, рост данной монеты. И все знают, что те люди, которые заходили именно на предстарте, именно правило это 1.9.90, что человек, когда заходит в самом, как бы, начале проекта, которые перспективные, они зарабатывают самые большие деньги. Потом, естественно, будут люди там заходить, как бы, ну, уже такого роста, самый большой потенциал, потенциал роста монет, любых продуктов таких похожих, это именно когда человек заходит в самом начале. Естественно, риски всегда есть, риски во всем есть, но нужно видеть возможности, нужно видеть перспективы и именно присматриваться вот таким проектам, которые, ну, реально на долгосрок и которые можно там, ну, именно дают там несколько возможностей зарабатывать и для пассивщиков, те, которые хотят там купить монеты и зарабатывать на росте и на пассивном доходе до 30% в месяц. И для тех, ну, для тех, кто здесь строит команды, здесь вообще очень жирные условия. Ну, я думаю, в принципе, тут как бы очень долго рассказывать об этом. Вы видели одни проценты просто. Этого достаточно. Плюс есть там лидерские бонусы, там всякие там автомобили, айфоны каждый месяц. И есть даже там процент от заработка, от дохода компании за месяц. Он тоже будет распределяться там, ну, между активными, естественно, лидерами. Я понимаю, что для большинства вас, как бы, ну, вам кажется, что какие мы там активные лидеры, у нас как бы там не совсем получается, естественно, там приглашать. Но на самом деле, как бы, мы планируем именно в игровой форме сделать такие какие-то квесты, которые будут открывать вас возможно. Все вы можете приглашать, все вы можете продавать, все вы можете строить команды. Мы запланировали именно для тех, кто желает стать активным и строить активно свою команду, в игровой форме сделать такое обучение простенькое, которое раскроет вас возможность и зарабатывать, и вы будете получать инструменты, которые мы уже сейчас увидели, тестировали все это время, как бы, ну, мы поняли, что давать их нужно тем людям, которые реально заинтересованы, которые реально хотят в нашей команде работать, потому что даже те же тестировщики, которые были у нас, часть тестировщиков, которые были у нас там и тестировали скрипты по ВК, они, ну, тем, кому мы сдали, они их просто слили, там, и другой команде мы просто видели, как они их продают, как они там рассказывают, что это их там, это там, поэтому мы как бы это все прикрыли, и теперь сделаем такую небольшую, так у нас просто будет такая воронка. Те люди, которые, естественно, активно хотят зарабатывать, они проходят такие игровое обучение, получают инструменты и развиваются в данном направлении. Те же, кто, ну, приходят, вы сами понимаете, что в клубе, это же, ну, как бы, есть команда, есть клуб, как бы, клуб по интересам, да, люди сидят, как бы, ну, им неинтересно, например, вообще неинтересно ни наш клуб, ни наша команда, поэтому они приходят просто там что-нибудь, ну, там, тупо стырить, да, какую-то информацию, какие-то возможности, какие-то инструменты для себя, и потом выдавать их за свои. Поэтому, ну, мы приняли решение такое, что, естественно, зачем, как бы, ну, те ценные инструменты, которые дают результаты, мы должны отдавать там каким-то людям, которые не болеют ни за наш клуб, ни за нашу команду, и они, ну, как бы, просто такие вредители, которые, ну, реально не работают и не работают на всю команду. Поэтому мы сделали такое. Будет и обучение небольшое такое в игровой форме, которое будет предполагать и открытие у вас возможностей там и строить команду. Те, кто его пройдет, вы поймете, что вы всегда умели и продавать, и приглашать людей, и строить. Но просто какие-то там нужно было сделать небольшие усилия, которые вас это все откроют, и вы сможете зарабатывать именно на построении команды. Но, опять же, здесь не обязательно строить. Я вам рассказывал историю про спейсботы. Ну, здесь даже лучше немного условия получше и проценты, и все такое. И поэтому, ну, сама модель данного заработка, данного проекта, именно приложение, которое позволяет зарабатывать даже тем людям, которые изначально не умеют зарабатывать, оно само себя продает. То есть на телефон, который как бы имеет такое приложение, которое приносит деньги. Ну, вот если так сказать, как бы, ну, вкратце, хотя это уже не вкратце получилось. Друзья, задавайте еще вопросы. У меня вопрос первый.
Можно? Да, конечно, Вячеслав. Нормально слышно? Да, отлично. Я хотел спросить, а у них как предполагается что-то со смарт-контрактом? Да, у них свой, ну, у них свой блокчейн, и здесь как бы все построено именно на своем блокчейне, который полностью писали с нуля. Здесь нету никаких там, ну, как вот есть там на эфире делают монеты, да, вы знаете, там еще на каких-то чужих блокчейнах. Здесь полностью свой блокчейн, плюс здесь все, ну, то именно децентрализация, которая основана на всех этих сервисах, которые они предлагают, она сделана так, что даже, ну, даже если кто-то захочет, там, например, какие-то там организации взломать, да, они не смогут, потому что ключи не находятся ни у владельца, ни у кого, как бы, ну, это по типу того, что, ну, как бы Павел Дуров создавал изначально, там, сейчас уже, там, я не знаю, как это все, но изначально была такая же тоже идея, которая привлекла и миллиарды его инвестиций ему, и, ну, такую популярность бешеную. Здесь это взято за базу, за основу, и на этом построены именно там та же идея, чтобы там децентрализованный, защищенный интернет для всего мира из любой точки мира и те же возможности там, ну, Artery Storage, ну, называется, это децентрализованное защищенное хранилище файлов. Mm-hmm. Олег, Для того, чтобы зарабатывать, сколько нужно вложить? Вход сюда, здесь активация этих сервисов стоит 1999 рублей. Монеты дальнейшие, которые как бы, ну, и здесь идет, включается реферальная система. Вот. Вы активируете пакет и начинаете получать возможность получать, именно зарабатывать с реферальной системы, с приглашения людей. Монеты вы покупаете отдельно, и они стоят, там, я показывал, по-моему, от 13 центов на первой неделе. И с этих вот именно монет вы будете получать именно вот пассивный доход до 30%. Также здесь, смотрите, здесь для того, чтобы снижение риска, вот что было именно в призме, они продумали это, и они постепенно снижают, не так, как сделал там призм, они дождались, когда там, ну, уже просто гиперинфляция была, и курс начал падать за счет того, что очень много монет создали. Они это учли, сделали постепенно уменьшение процентов, и, ну, естественно, опять же, те же, кто зайдет там первые месяцы, заработает самые большие проценты. Вот о чем я... Ну, это именно будут зарабатывать на делегировании и на пассиве. Курс, естественно, как бы будет тоже расти максимально с самого начала. 2000 рублей, это сколько в долларах? 30, по-моему, или 20, сколько? 75 сейчас, да, по-моему. Угу. 30, ну, 25, наверное. 25 долларов? Да. Олег, на каком блокчейне? Блокчейн у них свой собственный, написанный с нуля. Человек заморочился, вложил свои деньги, не стал ничего делать, привлек там серьезных, ну, разработчиков, которые там серьезными компаниями работают, и все это сделал для себя. Это его мечта, это как бы, ну, человек хороший такой сетевик, который, ну, показал хорошие результаты, и, естественно, он сделал для своей команды в первую очередь этот проект, и для всех людей, которые вот именно активные. Ну, мы можем даже сделать с ним там зум, он очень открытый, и для команды он как бы может прийти рассказать. Ну, у него очень интересная история, как бы человек очень рано начал зарабатывать и, ну, прошел такой серьезный путь. У него там, по-моему, 29 лет ему около. И к этому моменту он уже там во многих проектах и поработал сетевых, и везде показал себя, ну, очень результативно. И сейчас он, ну, как бы решил свою мечту воплотить и сделать так, чтобы, ну, сделать сетевик, который прошел по всем проектам, ну, там, по многим проектам, и, ну, сделал самые максимально хорошие условия для того, чтобы люди-сетевики могли зарабатывать, те, кто любит строить свои команды, он сделал такую возможность, чтобы люди максимально зарабатывали именно на своем продукте. И максимально постарался защитить, ну, чтобы не было таких проблем, как было, например, у призма, и, ну, с этими там с гиперинфляцией, и тем, что там как бы начали там цену эту на биржах там валить, просто пришли спекулянты и просто все это разрушили, как бы. Так, Рил пишет,
На 2К еще дается 5 его хранилища, 1 гиг VPN плюс рефералка. Ну вот. Кто в МСК может лично, Кирилл, организовать встречу с создателем данного проекта? Когда будет готово приложение? Приложение, оно должно было быть готово 1 сентября. Возникли проблемы с, именно в App Store с тем, что, ну, это криптовалюта, и они как-то там должны были там что-то прописать, и они отправили ее на модерацию. Вот буквально на днях ждем, когда это приложение будет готово, и все, стартуем. Какая рефералка? Бинар? Нет, в том-то и дело. Здесь никаких вот этих обрезных бинарок. Здесь бесконечная первая линия, и вот они. То есть людей... А, классно. Нет, тут проценты как бы... Ну, человек сделал для того, чтобы, во-первых, люди зарабатывали. Ну, как вот мы с ним общались, он говорит, ну, я как бы попробовал разные проекты, я как бы понимаю, что людям нужно. Это, ну, это не какой-то админ, не кто-то решил запустить свой проект, взял каких-то инвесторов, он не инвестор, он как бы, ну, он такой же, как мы, у него огромный опыт, и он как бы сделал так, чтобы и, ну, естественно, и он зарабатывал, и мы зарабатывали. И, кстати, это только, ну, как бы, это от активации этих пакетов, вознаграждения. Есть еще дополнительный от делегирования монет. Человек покупает монеты, закидывает на делегирование, и мы еще получаем вот еще на 10 уровней, тоже, ну, до 10 уровней, тут тоже интересно. Кто был в Spaceboat, он тоже помнит, как там люди покупали там и на 1 000 000 рублей, и прилетала рефералка 5% от этой суммы, и, ну, в монетах. Это тоже как бы очень приятно, потому что, ну, когда это все будет запущено, и когда будет максимально там реклама, они сейчас собираются по блогерам запускать, там, по СМИ. Ну, много очень людей будут заходить именно за, ну, за, как бы за пассивным доходом, вот, именно тем, который, как бы, вот он здесь. Потому что, ну, реально, люди скачали, потому что вы сами понимаете, что большинство не разбирается там в блокчейнах, каких-то там этих, там, криптовалютах. Им, они увидели у друга, там, у него на телефоне пришло сообщение, я там, тебе пришло, там, например, там, 1000 рублей. Он говорит, а как пришло? Ну, вот у меня такая программа, там, мой телефон зарабатывает деньги. Все, люди не разбираются, а как сделать так, чтобы там, тем более сейчас все это будет все более востребовано со всеми этими ограничениями, так сказать, и всеми этими вирусами, и всей этой политикой, так сказать, которая, ну, просто будет людей направлять в интернет для того, чтобы они искали там возможность. Так. Олег. Марина хочет... Вопрос. Да. Да. По вводу на кошелек и выводу, в чем делается? В долларах, в рублях, в криптовалюте, как оно делается? То есть покупать монеты изначально здесь можно будет... Pair, они сказали, это однозначно, и плюс биткоины. Дальше по выводу монет будут созданы, как кто помнит, Spaceboat на первом этапе, ну, до момента вот этого пресейла, эти 6 недель здесь, будут создаваться изначально на первом этапе будут чаты, где будут именно верифицированные обменные пункты, где вы сможете там продать любому там, как-то там верифицированному там, как их назвать, там, не знаю, обменник какой-то там, админ, который там будет это делать. Ну, кто помнит по Spaceboat, это было изначально. Потом будет подключаться именно обменники. Он сейчас, ну, создатель ищет именно те, которые там, ну, максимально подойдут, он как бы дорожит своей там репутацией, поэтому он ищет там, ну, такие проверенные. И потом уже будет на там следующем этапе будут подключаться там биржа, которая там, ну, тоже подойдет по условиям, и там уже можно будет продавать на бирже. То есть с продажей как бы, ну, обещают, что никаких проблем даже на первом, ну, этапе не будет. Но понятно, что большинство, конечно, будут ждать хотя бы как минимум это время, чтобы там увеличить свой стейк купленный. Ну, те, кто будут захотят там сразу там купить, ну, например, и там, например, те, что намайнятся, деньги продать, ну, как монеты продать, я думаю, проблем не будет. А. Ну, когда в любом случае.
смотри. Когда начинается первая неделя, там 6 стадий продаж первой миссии. Ну, вот смотрите, да, как бы смотрите, друзья, она должна была начаться еще 1 числа, вот админ, ну, создатель, он ждет, когда пройдет приложение модерацию, как только оно проходит модерацию, ну, он не хочет до начала, он бы мог уже запустить эту продажу, как бы там ему предлагали, там, давайте пока монеты будем покупать, почему мы ждем, он сказал, нет, ребята, давайте дождемся официально уже, когда примет там сторы приложение, и тогда с этого момента сразу же начинаем продажу, чтобы все было синхронизировано, чтобы не было никаких там как, ну, как любят, там, на пресейле там рассказали, да, там, продали монету, но продукта еще нет. Он говорит, будет продукт, будет тогда продаваться монета. И пока нету продукта, он не хочет хайпы эти создавать, не хочет какие-то там сразу же там, ну, забрать деньги и потом, типа, там, ваши проблемы ждать, когда это, когда промодерирует это приложение. А что такое медиакит у них на сайте? Не в курсе? Медиакит, а где? В самом низу сайта. Обычно это доступен. Не знаю. А, знаю. Наверное, это какие-нибудь вот эти там. Мы разговаривали сегодня. Он говорит, будут PDF-ки, будут видео. Ну, это промо, скорее всего. Скорее всего, медиакит. Это вот это всякие будут промо-материалы. По, ну, PDF-ки, видео, там, тексты, наверное, для того, чтобы там баннеры, такое. Ну, они уже сделали свой телеграм-канал и YouTube. Да, да, да. Есть телеграм-канал. То есть, да. на BestChange купить монеты пока нельзя. Не, монеты можно будет покупать только здесь, как бы у них, да. Ну, кто помнит, SpaceBot, это все так же начиналось. Потом подтянули они эти обменники свои, там все такое. В общем, смотрите, ребята, я вам не буду рассказывать, что здесь уже там все там супер, все готово. Ну, как бы исходя из того, что я вижу, здесь именно самый момент. Ну, если, опять же, если вы, ну, чувствуете потенциал, если вы хотите, ну, вот реально попробовать там зайти в самом начале проекта и вот именно снять эти все сливки. Естественно, тут это не стопроцентное, там, я вам буду сейчас рассказывать, что, ребята, вот все, мы тут все проверили. Вы сами понимаете, взрослые люди, мы все проверили, да, как бы мы считаем, что это топ-супер там проект, это супервозможность данная, как бы, лучшая из данных, как бы, на данный момент проекта, потому что вы видите, что людей сейчас просто в такие хайпы вводят, мы как бы старались, мы не торопились, мы выбирали там максимально, как нам кажется, да, самый такой безопасный, самый с большим потенциалом проект. Тут и человеческий фактор мы как бы проверяли, и сами технологии, и просто общались даже там с людьми, которые там знают этого человека, ну, для того, чтобы максимально убедиться. Но, опять же, вы сами понимаете, взрослые люди, что все, везде есть человеческий фактор. Как бы тут все может, как бы, ну, если есть человек, есть, может там пойти как-то не так. Ну, это мы вам сразу говорим, блин, и на это надо просто, ну, изначально опираться. Но кто-то, кто не рискует, тот, вы сами знаете, что не делает. Ну, это, как я считаю, это одна из таких возможностей, которые, ну, я точно не упущу. Я когда-то, ну, я вам просто свою историю расскажу. Я когда еще начинал там свой YouTube-канал, там как бы еще там такой, мне просто задалбливали монетой призму, вот реально задалбливали, просто, там, вы знаете, там, ну, как бы, там есть такие люди тогда были, во всяком случае, они очень активно там продвигали эту монету, и поэтому меня просто это отталкивало. Я как бы не зашел, когда она там стоила вообще копейки. Те, кто зашли, они сделали, ну, реально я знаю там лично там человека, который стал миллионером долларов. И он тоже начинал как бы там, ну, с небольшой суммы, ну, вот он просто, здесь не нужно тоже там какие-то там миллионные вложения, здесь просто, опять же, такой проект, который, ну, реально может там дать вам хорошо заработать. Так, читаем чат. В этом проекте собрано все самое лучшее. Ну, Лена, все верно, потому что, ну, как бы, это не админский проект, это не проект какой-то, ну, там, такой, выстрелить, забрать деньги, как вы там, Вегасы эти, там, все такое, на хайпе. Это тут, ну, человек, он, у него планы, он хочет за несколько лет дойти до уровня, там, Яндекса, сделать свой маркетплейс и вообще полностью
сделать свой децентрализованный интернет во всем мире. И они уже начинают это делать, буквально там уже начали делать это, там в Белоруссии там есть уже выходы. И, ну, человек реально настроен на то, чтобы мы, по сути, может быть, стоим у истоков того же самого, как бы, Телеграма, да, там, или какого-то там, вы там сами знаете, если бы ему дали возможность, и если бы он может использовать такую модель и сделал бы свою криптовалюту по такому, как бы, ну, принципу, как бы, те, кто вошли в самом начале, они бы там точно миллионерами стали. Так, друзья, давайте задавайте вопросы или смотрите. Я понимаю, что вам надо именно, я даже не хочу, чтобы там как бы, ну, вам что-то там говорить, вы там понимаете, там, да, информацию возьмете от своих лидеров, там, как бы, ссылки, когда мы начнем регистрироваться, все вы это узнаете, обращайтесь, естественно, к своим лидерам, как бы, уважайте их и, ну, уважайте тех людей, которые, как бы, вас, ну, как бы, привели в клуб и обучили многому. В любом случае нужно к ним обращаться, смотрите, друзья. И я понимаю, что вам нужно переспать с этой информацией, потому что, ну, я сам, как бы, я в течение там нескольких недель просто изучал, переваривал, как бы, накладывал на свой опыт. И, ну, я просто вам советую не на слова обращать, а просто посмотрите, как оно заходит вам внутри, не заходит. Должно быть ощущение, что это ваше или не ваше. Потому что, ну, логика, там, чужие, там, рассказы, какие-то аргументы, они не работают. Каждый в своей жизни должен найти такой проект, который, как бы, ну, он должен изнутри вас качать, наполнять энергией. Если вы чувствуете эту энергию, там, если вы чувствуете какие-то возможности, да, ничего не бойтесь и начинайте. Тем более тут вы не корову проигрываете, да, тут вход именно такой. Ну, я считаю, вообще, там, ну, очень маленький, очень доступный. И, опять же, ну, я только вспоминаю даже тот спейсбот, который люди очень хорошо там восприняли, и мне было приятно смотреть на то, что люди, которые даже никогда не приглашали, которые считали, что они вообще не могут строить команды, у них, ну, выстраивалась команда сама собой, потому что люди, ну, тогда это был востребованный продукт, а сейчас, я думаю, это очень востребованный, там, в разы востребованный продукт, потому что, ну, всех у нас, как бы, вы видите, какой вектор идет, куда нас просто, как бы, жизнь подталкивает. Может, и хорошо, что всех подталкивает зарабатывать в интернете, смотреть, искать возможности здесь. Друзья. Олег, можно мне слово? Да, да, да. Как бы, я и хотел, чтобы сказали. Смотри, я, вот, ну, как бы, наверное, сейчас от лица здесь всех присутствующих скажу, как бы, да, вот и от себя тоже. В плане того, что не то, что просто нужно им переспать, просто многие, вот смотри, ты даже наговорил слово Spaceboy, даже, видишь, я его не уговариваю, многие просто даже не знают, что это такое, поэтому им не с чем сравнить, вот как мне лично, это первое. Второе, когда вот ты говоришь, и есть некоторые вещи, которые просто непонятны, да, они просто тогда может просто как-то подрезюмировать, вот коротко, о главном, просто взять вот всю выжимку, а дальше, конечно, будем уже разбираться, потому что тот человек, который уже варился в этой, ему это легко понять, и он понимает вообще, о чем это, и он так, ой, блин, это круто. Тот, кто не, ну, вообще не понимает с технологиями, вот я, например, для меня там 5G или там 6G, для меня они как бы, ну, 9G, ну ничего, да, пока не, да, то для меня тогда цифры, допустим, вот ты скажешь, ага, вот есть партнерка, вот есть монеты, вот они вот так удваиваются, то есть, ага, я себя в голове прокрутила, все, я иду. Ну, да, это вообще, это круто, это как продать ручку за одну минуту, да, или как-то... Смотрите, ребята, да, давайте подытожим. Смотрите, что за возможность. Во-первых, трендовый продукт, который может просто очень сильно выстрелить. Продукт этот основан на монете, которая изначально уже даже основана на том, чтобы, ну, за 6 недель она уже будет расти и там, ну, практически удваиваться. Не знаю, сколько тут процентов, там можно уточнить. Есть доход как пассивный, так и активный. Активный, ну, вы видите, какие тут проценты. Все сделано для того, чтобы, ну, реально зарабатывать. Ну, естественно, я не буду вам рассказывать, что вы там просто зайдете, люди сами будут заходить. Естественно, тут надо будет, как бы, приглашать людей и рассказывать там, ну, как бы, перспективы эти все. Ну, это, как бы, тоже можно и научиться этому, даже если человек не умеет. Но
по пассивному доходу, вот еще заработок даже с тех людей, которые заходят и никого не приглашают, они просто делегируют и сидят на своем телефоне, просто используют его как машинку для печатания денег. Эту идею, я думаю, всем она понравится, и всем она всегда нравилась, и тот же Призм очень сильно на этом хайпанул и выстрелил. Особенно в начале люди делали очень хорошие деньги с минимальных вложений. То есть смотрите, друзья, вы получаете, по сути, на свой телефон программу, которая приложение, которое просто вам печатает деньги, даже если вы никого не приглашаете. Плюс эти монеты, которые вы покупаете и получаете с них доход, они изначально есть потенциал для роста, есть классный продукт, который может просто выстрелить, и может чем черт не шутит, может они вырастут так же, как и биткоин. Почему нет? Почему да? Потому что реально все ускоряется, вы видите. Сейчас биткоину надо было лет, 10, может, лет надо. Сейчас все ускоряется, все продукты, все проекты, тот же Telegram как выстрелил буквально за пару лет. Вы сами видите, как его капитализация выросла, как его ценность, стоимость выросла и все такое. Здесь продукт с не меньшим потенциалом. То есть изначально, если совсем просто, вы получаете на телефон программу, которая даже для пассивщика, она генерирует вам деньги. Вы спите, телефон работает, программа работает, вы получаете деньги, снимаете их, обналичиваете. Плюс смотрите за возможным ростом данной монеты. Рост изначально заложен в течение первых 6 недель. Дальше, я считаю, что расти будет еще намного больше. Когда это все закончится, здесь все искусственно сдерживается, дальше будет рост. Плюс, опять же, качает проект команда профессионалов, хорошего такого топ-лидера, сетевика, который знает, как построить, если у него уже в том же спейсботе, по-моему, было больше 50 тысяч людей, то как он будет качать свой проект, который он вложил деньги, свою репутацию, и он очень серьезно настроен, у него такие грандиозные планы, поэтому то, что я для себя нашел в этом проекте, я вам сейчас озвучил. Я рассказал свое видение и почему я считаю, и почему я буду заходить в данный проект и буду стараться его и сам качать, и помогать тем людям, которые будут его качать. Потому что я вижу в этом потенциал. Я хочу заработать хорошие деньги, я вижу в данном проекте хороший потенциал. Я общаюсь с теми же админами, я вижу, как они горят, как они настроены, и ребята серьезно тоже очень настроены, и с серьезным таким бэкграундом, с опытом, они реально имеют реальную возможность прокачать этот проект. Поэтому, я для себя решил, что глупо не зайти в этот проект, тем более вложение минимальное, потенциал максимальный. И поэтому, друзья, каждый возьмите просто все весы такие в голове и взвесьте, что вы теряете, что вы ложите на весы, которые якобы можно потерять, и что вы получаете. И то, что у вас перевесит, какая часть весов, то вы внутри себя на это сделаете упор. Еще, Олег, я, по-моему, краем уха слышала, что у них есть четкий план, которого они будут придерживаться, причем он уже на 3 года у них, правильно? Да, да, у них есть тут же дорожная карта, все такое. Кирилл посчитал, плюс 80% это на пресейле. То есть можно заработать, вот. Чтобы вы понимали, что это не какой-то не хайп или проектишка, или что. То есть люди уже сделали дорожную карту на 3 года. Да, вот она есть, у них marketplace, это, то, что сейчас вообще тренд, то, что Яндекс делает, они стараются себя и Яндекс.Такси, все товары, все востребованные услуги, они будут объединять на своей монете, на своем приложении, на своей платформе. И все будет завязано на эту монету. Если бы Яндекс выпустил свою монету и сделал бы это изначально, то, я думаю, она бы очень хорошо выстрелила. А здесь все только в самом начале. В общем, для кого этот проект, друзья? Смотрите, я подытожу, я скажу свое мнение.
смотрите, если вы реально там, у вас нету там миллиона долларов, или у вас даже нету там 10 тысяч долларов, чтобы вложить и получать какие-то там адекватные, там, свой пассивный доход, если вы даже не умеете приглашать, если вы там боитесь, ну, вы на самом деле все умеют приглашать, все умеют строить команды, и те, кто будет проходить дальше с нами такие игровые квесты, вы это поймете, откроете в себе и очень удивитесь, что это легко и просто делается. Но если вы сейчас считаете, что вы не умеете приглашать, вы не миллионер, у вас нету там какие-то там заначки, и вы, ну, вы хотите получать именно пассивный доход, вам надоело там как бы ходить из проекта в проект, где там вы в одном заработали, в другом там все просрали, ну, так грубо выражаясь. Вы видите сейчас, ну, такой массовый психоз на эти проекты, которые вас заманивают просто огромными процентами, но они, по сути, ничем не подкреплены. Это уже такая лотерея. Вы кто-то успел заработать, кто-то не успел. Здесь же те же самые проценты, те же самые иксы можно сделать, пусть не так быстро, но здесь больше вероятность. Опять же, большая вероятность, ребята. То есть это просто возможность, которая с большей вероятностью, вы, ну, вы уже взрослые люди, вы сами все это посчитайте, прикиньте. И... А через сколько старт? Ну, через сколько это все запустится, когда да? Вот, ну, уже так, будет я... работать? Ну да, я уже да. Как бы, ну, сказал, это запустится, как только, ну, пройдет модерацию этого приложения. Все уже готово, ждем модерацию, как только Apple подтвердит, там, верифицирует это приложение. Буквально изо дня на день. Может, даже сегодня. Вот и все. Ничего, ну, то есть уже все готово, и они, как бы, им предлагали уже продать монеты, они убрали активную эту кнопку, купить эту монету, и ждут, когда, ну, чтобы все было по-людски, так сказать. А регистрация? Регистрацию можно уже проходить, да. Как бы обращайтесь к своим лидерам. Как бы, ну, то есть проходить. Регистрацию можно, но пакет пока ты не купишь, и да, монеты пока, купишь, пока, правильно? Да, монеты можно будет купить только... А когда... где на сайте регистрация? Ну, вы это обращайтесь к своим лидерам. Вы же в клубе, ребята, если как бы, ну, вы не единоличники, обратитесь или в чат, или к лидерам, которые вас привели. Мы же как бы стараемся строить именно команду, которая как бы, ну, она идет за лидерами своими. Они для вас делают, ну, большое дело, я считаю, как бы они вас дают какое-то, вкладывают в вас время, свои возможности, энергию там какое-то там, дают вам какие-то знания, обращайтесь, поэтому уважайте тоже как бы труд людей. Я думаю, ну, опять же, вы, ну, вы сами зарегистрируетесь, и это одно, да, ну, как бы, а если вы зайдете там под лидера своего или там в команду зайдете, вы можете получать, опять же, там и поддержку, и ту же помощь. И в обучении, и в том, что, мало ли, там, будут вам помогать, опять же, людей ставить, будут учить вам, вас там, общаться с людьми. Это тоже, ну, как бы, опять же, для кого это не ценно, естественно, вы можете там, ну, как бы, поискать эту ссылку, там, где-то там, или самому зайти там. То кому ценно, кто хочет, как бы, в команде, опять же, получать все бонусы и плюшки, ну, тогда обращайтесь к своим лидерам, кто вас сюда привел, вы же сюда не просто так пришли. Если вам они чем-то не нравятся, обращайтесь там, ну, как бы, больше там куда-то в чат, там, пишите админам. Так. Да, регистрироваться можно уже. Ну, пока особо, как бы, там, спешить там смысла нет, потому что все равно мы ждем приложения. Ну, регистрироваться уже можно, обращайтесь, да, к лидерам, они вам будут давать ссылку. Так, ребята, давайте, кто еще хочет добавить что-то, может, там, я не знаю. Кто хочет? Он все сказал, все уже так хорошо объяснил. На самом деле, хотела сказать, что да, вот очень много проектов было нами пересмотрено за это время, да, искали именно какой-то надежный проект, чтобы был и пассив, и актив, и чтобы всех все устраивало. Но вот аналогов, как бы, вот этому проекту мы не нашли. Вот на самом деле аналогов вообще не существует. Это вот что-то такое новое, что-то такое серьезное, чего у нас, ну, до этого еще пока не было. То есть это очень интересно и перспективно. Ну да, и он как раз вот зашел, так я смотрю, максимально хорошо заходит вот именно под данную ситуацию, когда, ну, мы видим, что люди изначально, они... ну, им страшно приглашать, они не умеют, им кажется, что они не умеют, но они все хотят пассивный доход, и именно пассивный доход, ну, вы сами понимаете, там, ходить по проектам и зарабатывать там по 2-3 доллара или вообще, ну, как бы, это несерьезно. Здесь именно максимальный потенциал мы видим.
для нашей команды, и максимальный рост вас всех, которые как бы начнут разбираться в данном проекте, начнут понимать, какой здесь потенциал. И, ну, я считаю, что именно это один из лучших проектов, которые позволят именно вам, ну, раскрыться и начать зарабатывать хорошие деньги. Олег, вопрос. Да. Когда присылим? Когда с командой зайдем, то именно в проект, да. Не раз слышал. Можно еще раз вопрос? Еще вопрос, еще раз. Когда мы вводим этот проект? Когда присылим? Когда заходим, да, в проект? Да, да. Ну, смотри, регистрироваться уже можно прямо сейчас, как только, ну, как только пройдет модерацию данное приложение в App Store, сразу откроется пресейл монет. Все. И можно будет купить и уже как бы, ну, закинуть их на делегирование там. Окей, хорошо. Получать доход. По какой программе будем регистрироваться? У нас командная Zoom. Да, да. Будем командой. Командой будем, да, регистрироваться. Обращайтесь к своим лидерам, или они вам напишут, и будем регистрировать. Ну, ребята, вы знаете, у нас очень важно, как бы, чтобы мы команда, и чтобы не было такого, что вы там, как бы, там, куда-то кому-то бегаете, там, или, не знаю, там, сами регистрируетесь. Мы вас, во-первых, ну, как бы, мы не можем это запретить. Кому-то вам нравится, если вам нравится ваш лидер, идите к нему или просите у него ссылку, или он вам сам, он, как бы, вас тоже знает. Лидеры тоже работают с командой. Если вы как бы, ну, пришли просто понаблюдать, вам не, там, ну, или не нравится лидер, как бы, ну, в чате спросите ссылку. Или там сами даже регистрируйтесь как-то каким-то образом. Просто, ну, если мы клуб, если мы команда, я как бы, ну, призываю вас уважать тех людей, которые вас сюда привели. Которые стараются, ну, кто-то старается, кто-то не старается. Ну, в любом случае, как бы, мы все не идеальные люди, мы тут не все как бы... Вы знаете, такое мне понравилось. Мне понравилось такое выражение. Недавно я как бы где-то его увидел. Там вопрос: как увеличить в два раза свой успех в, ну, в делах? Ответ: нужно делать в два раза больше ошибок. Все. Поэтому не судите тех людей, которые делают много ошибок, как вам кажется. Просто люди как бы стараются. Ну, как минимум в два раза больше делает разных попыток и ищет возможность там, ну, как-то там идти к какому-то успеху, увеличить свои результаты, и не только ваши, ну, не столько свои, но еще и ваши, как бы. Поэтому не бойтесь сами делать ошибок, не бойтесь тех людей, не осуждайте тех людей, которые там какие-то ошибки с вашей точки зрения допускают. Мы все люди, сами вы понимаете, что... Это, наоборот, признак роста, это признак того, что люди не стоят на месте, не деградируют, а идут вперед. Поэтому, ну, я просто призываю вас всегда к уважению и там, вместе, вместе мы сила. Вспомнили этот девиз еще? Кто-то помнит его? Ага. Так что... Да, я даже его даже подписала под видео. Вот. На самом деле мы вместе все сможем, и вместе прорвемся, и как бы из любой ямы вылезем, если она, какая бы она глубокая не была. Это нормально, это такие признаки роста. Мы все равно Олег, идем. Олег, про машину можно? Про машину можно. Там, да, ну там статусы, квалификации, ребята, ну вот, автомобиль там. Ну, тот же... создатель, он сказал, что пообещал, кто, ну, тут понятно, что статус 8 Hero, его надо как бы там, я думаю, понятно, что я не знаю, у меня вообще получится его прокачать или нет, но я верю, кстати. Я даже в вас больше верю, чем в себя. И поэтому, ну, реально там, да, как бы Марк сказал, что он приедет, тот, кто сделает этот статус, он приедет там к нему в город и... Поедут они в салон и купят новый Мерседес человеку. Кроме этого, Мерседеса, ну, понятно, к Мерседесу дойдут единицы. А именно промо-бонусы, здесь более там, ну, тысячи там, пользователей, там будут новые айфоны каждый месяц. Самым большим вторым уровнем. Там. Ну, здесь очень интересные тоже лидерские бонусы, те, которые толкать будут вас именно к тому, чтобы развиваться. И плюс сам маркетинг там очень интересный. Там есть такие фишечки, они, с одной стороны, кажутся, о, блин, это ограничение, там надо как бы там для того, чтобы что-то там получить, там какое-то большее вознаграждение, надо там людей чуть больше пригласить. Но
когда вы разберетесь в этом, и мы будем вместе разбираться, вы поймете, что тут еще и заложена такая хитрость небольшая, что именно вышестоящим будет интересно вам тоже помогать и делать так, чтобы у вас ставились люди, потому что там завязано больший заработок на то, чтобы ваши лидеры ставили, ну, как бы, ну, у тех людей, которые под ними, было тоже закрывались, как бы, места. Это тоже там, как бы, вот эта фишечка от Марка, который, как бы, ну, он правильно там все так мудро делает для того, чтобы компания максимально развивалась. Я просто... Ну, там целая система поощрений, да, на самом деле, за каждый там шаг вообще, в принципе, в проекте. Да, да. Поэтому я просто, друзья, я не хочу сейчас тут, ну, тут очень много информации. Если я сейчас начну по каждому пункту проходить, как бы, ну, мы просто тут на 10 часов уйдем. Ну, просто перегрузит вас и эта информация. Для начала вы просто, ну, должны, как бы, прочувствовать именно потенциал данного проекта и настроиться именно зарабатывать, ну, как бы, я вижу, это одна из таких возможностей, одна из лучших возможностей на данный момент. Здесь, как бы, ну, реально здесь и заложен потенциал роста монеты, и востребованный продукт, и админ, который, как бы, создатель, который сам, по сути, как бы, прошел не понаслышке, а именно строил команды и сделал все для того, чтобы максимально вкусный был маркетинг и для тех людей, которые будут активно это все строить. Ну и плюс эта фишка с пассивным доходом, которая, ну, реально она сама себя продавала даже там в Spacebot'е. Там, ну, как бы, кто не знает, что такое Spacebot, это было приложение похожее, ну, на другой монете, и которое очень, ну, очень охрененно выстрелило. Ну, и, ну, он тот же, да, создатель, он там выстроил там сколько, 50 тысяч команду и там заработал, я уже не помню, там сколько, 15 миллионов, там за несколько месяцев, 50. Это уже можно будет у него уточнять уже, я думаю, он там расскажет. Ребятки, давайте, я понимаю, что, наверное, затянулся Zoom. Я, как бы, если какие-то вопросы, задавайте. Если нет, давайте тогда уже. Так, вопросов вроде бы нет. Олег. Да. Серега, давай. Вопросик. Когда мы к этому все приступим? Я посмотрел маркетинг, блин, мне он очень устраивает. Ну, там маркетинг, кто посмотрел, они сразу спрашивают ссылку. Серега, ты понимаешь? Да. Тут вообще, ну, как бы, ну, никто не верит, что, ну, я им объясняю, что человек сам, как бы, сам бывший там, ну, бывший, из бывших, наверное, не бывает сетевиков, да, человек строит там, ну, огромные команды, он сделал, как бы, подарок, по сути, для своей команды изначально и для тех, кто в это, как бы, ну, кто в этом разберется, потому что большинство так, ну, а зачем разбираться, блин, там, это там, как бы, неинтересно. Кто видит, тот понимает. Извини. Да, я понимаю, что это MLM-чик, который решил просто, просто прошел эту школу. Свою мечту реализовать. Решил. Да. И он решил с другими поделиться. Да. Ну, у него такая миссия. Ну, человек очень интересный. Он, как бы, ну, он видит там, как бы, ну, глобально мыслит. Мне нравятся такие люди. У него стратегии. Он, как бы, он изучил, я с ним очень много общался, и я просто задавал ему вопросы по тем проектам, вот, которые вот сейчас происходили, ну, вот, которые видели, скамились, по тем админам, потом. И, как бы, ну, вы понимаете, как бы, я искал общие ценности, и я нашел общие, как бы, ценности, общее видение, и тот его понимание тех проектов, как, ну, как я к ним относился, какие я выводы делал, какие ошибки эти проекты совершали админы, он, как бы, это тоже видит, и даже, может быть, даже глубже, чем я в каких-то моментах он видел некоторые проекты. Некоторые, как бы, да, я, как бы, ну, по-другому вижу там, ну, все равно в большинстве случаев это складывается, понимаете, ну, как вот с человеком, когда знакомишься и общаешься на определенные темы, и, ну, основные темы он понимает так же, как ты, и видит как, так же, как ты, и ты, ну, понимаешь, что человек в этом, в этой сфере очень, как бы, ну, подкован, и он не просто пришел там на месяц, на два, там, на полгода, там, просто хайпануть, снять денег. Он видит перспективу, он изучает эти все проекты, и даже потому, что сделано по монете, эти все распределения, чтобы не было гиперэмиссии, он в это, ну, как бы, все почерпнул из призма, и с разных проектов он взял самое лучшее. Ну, а маркетинг — это, конечно, вообще там сказка.
Но там тоже маркетинг, там, ребята, там надо тоже там свои, как бы, встроенные такие фишечки, которые вам будут, вас будут подталкивать работать, именно будут мотивировать. Это, на этом тоже, как бы, такое, так все и устроено, чтобы вы не просто расслаблялись, а вы реально зашли в этот проект и, как бы, не вышли с него, а через какое-то время вы поняли, что вы даже не поняли, почему вы начали и людей сами привлекать, как бы, спокойно, и зарабатывать стали в разы больше. Здесь, как бы, ну, все, все очень интересно построено. Так. Лена, спасибо. Спасибо, Лена, и пожалуйста. Олег, а где ссылку брать на регистрацию? Да, мы сейчас дадим ссылку. И, ну, лидерам, лидеры получат сейчас ссылку, и а дальше, ребята, там уже добро пожаловать, welcome к лидерам. Олег, еще такой вопрос. Мы туда заходим, получается, минимальная ставка какая у нас? Минимальная активация по пакетов 1999 рублей, по-моему. Ну, или, может, 2000, там. Ну, и Олег, смотря, слушай. Как... А монеты... Да. Угу. Да, у меня будут партнеры, которые, например, зашли на эту сумму. Угу. А они получат доступ к обучению? Да, конечно, да. Все отлично. Вопрос закрыт. Угу. Можно спросить еще? Да, Олег, конечно. А вот сколько памяти будет забрано в телефоне? Я так поняла, приложение какое-то... Сколько-то памяти заберет, да? Да, Люб, я, честно говоря, не знаю. Ну, как бы... Ну, я просто не могу ответить, потому что приложение еще я не видел сам. Я не думаю, что там будет оно как бы много там занимать, но по сути, я так понимаю, здесь большая часть или даже будет продублирована сама, как ее, ну, функциональность этого приложения будет продублирована на сайте на их. Может, будет возможность как бы, ну, не будет возможности, естественно, если на сайте не будет возможности там вот этими всеми сервисами пользоваться мобильным, там, VPN, там, storage, это хранилище. Ну, например, скорее всего, покупать монеты и на делегирование отправлять, это, скорее всего, будет реализовано именно в этом. Ну и, естественно, реферальную систему устроить свою, как бы это будет реализовано на сайте. Может даже, возможно, как бы... И да, без... Олег, вот у меня проблема, у меня новый телефон, этот Huawei Pro 40, и у меня очень много приложений, которые обыкновенные телефоны ставят, не ставятся, mm-hmm. которые из Google. Вот я боюсь. У тебя нету этого маркета, да, как бы? Да. И мне надо какой-то костыль искать какой-то костыль. Что-то надо делать. Или, ну, а может быть, они сделают под все телефоны? А может, просто у кого-то там, ну, подумаем, может, там у кого-то просто АПК это скачать, там же можно АПК, и тебе просто скинуть, как бы. Ну, по идее, да, но у меня не все АПК получается скачивать. Дай бог, чтобы они сделали, чтобы на весь мир. О, кстати, да, это интересно, это надо вот создателю. Да, надо им сказать, если у вас дружба вот с этим, ну, да. С администратором. Хорошо, спрошу, задам вопрос. Здесь даже компьютер вот можно тоже, и на, ну, как и компьютер, да. И телефон, и компьютер можно. Ну да, да, память, можно даже там поставить, как он там называется, который имитирует работу на компьютере именно андроида. Это тоже, как бы, есть такая возможность работать, то есть на андроиде, даже на компьютере. Так, ребятки, ну, наверное, давайте уже, как бы, заканчивать нашу встречу. Давно вас не слышал, не видел, очень приятно было вас услышать, увидеть. Увидимся позже чуть, я надеюсь. Так, ну, спасибо вам всем. Приятно, до свидания. Олег, спасибо большое. Будут с чатами. Мы какой-то отдельный чат создавать будем под этот проект. Ну, я думаю, да, наверное. Мы-то решим, это не проблема, как бы. Скорее всего, да, нужен какой-то будет отдельный чат. Для координации действий. То есть это удобнее будет. Конечно, да. И канал, да. Целый чат сделать отдельный, потому что для того, чтобы потом в общем командном рабочем чате это все в одном приложении. Да, это, ну, как бы, не надо будет там искать, выбирать, кто где. Ребята, все, я понял. Всем спасибо, друзья. Давайте. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Пока-пока. Пока, ребята. Пока-пока. Спасибо. Пока.